Известные бизнесмены, политики, общественники и деятели культуры. Организаторы фестиваля «Платье города» представили прессе участников VIP-дефиле этого года. Репетируют они уже полтора месяца, учат технику шага, учат, как правильно держать спину, как себя преподносить на сцене. И если поначалу всем казалось, что это очень легко, но как только приступили к репетициям, оказалось, что все не так, как кажется. Для большинства из участников VIP-дефиле – это первый опыт выступления в качестве модели. Но преподаватели подиумного шага отмечают старания и высокую организованность новоиспеченных демонстраторов одежды. Очень сложно, потому что на самом деле люди уже самодостаточные, и они хотят увидеть идеальную картинку. А идеальная картинка получается не сразу. Поэтому мы вот числом повторов, каких-то вот таких объяснений, разъяснений идем к намеченному плану. Дефиле – это и психология, и философия, и само отношение к самой себе как женщине. Стараться научиться искать в себе то женское, что часто у нас бывает утеряно в связи с тем, что у нас очень много задач, очень много проблем, которые мы решаем. Техника не сложная, если заниматься и понимать, о чем идет речь. Сложно на самом деле преодолеть себя, свои привычки, свои фобии, свои комплексы. Это, мне кажется, очень тяжело. Здесь как-то все вместе, оно рука об руку. Где-то сосредотачиваешься на технике, отвлекаешься от настроя, где-то увлекаешься настроем, не обращаешь внимания на шаг. Поэтому это как-то комплексно тренирует. На этом показе известные личности города Челябинска продемонстрируют наряды, изготовленные специально для них местными дизайнерами. В этом и заключается суть VIP-дефиле. Много лет назад, в 2006 году, меня озарила такая идея, как можно привлечь дизайнеров, как отрекламировать дизайнеров, которые живут в Челябинске, потому что люди, к которым я обращалась, мне очень многие говорили, нам неинтересны современные дизайнеры, которые работают в Челябинске. Мне хотелось разрушить этот стереотип. Для нас было важно показать, что человек, имея социальный статус, определенный высокий статус, он все-таки обращается к пошиву одежды наших дизайнеров. Эта одежда и является той главной составляющей силой, которая помогает нам вот так раскрываться. Так вот там, среди своих друзей, где я работаю в Москве, где я работаю в Челябинске, где я отдыхаю в Испании, меня считают, и я не боюсь это сказать, иконой стиля, только потому, что Марина Фомичева мне дала такую возможность. Я ее обожаю, я ее люблю, и я считаю ее самым важным в моей жизни человеком. Насколько комфортно будет себя чувствовать VIP-персона на подиуме, во многом зависит и от мастерства дизайнера. Конечно, подиум предлагает какие-то фишки, там, знаете, там, кричащее что-то, может быть, те модели, которые ты не будешь потом носить. Но я придерживаюсь немножко другого. То есть она должна выйти, она не должна чувствовать себя не в своей тарелке. Подготовка к фестивалю «Платье города» – это длительная, объемная работа организаторов, дизайнеров и моделей. Ну а насколько слаженно и успешно она проделана, зрители оценят на финальном шоу 29 марта.